которые предоставляли конечно. Поэтому необходимо помнить, а почему? Ну да, сейчас поклонимся Америке. Слава Америке, слава Украине. Слава Америке, слава Украине. Тем более, смотрите, США существует. Ходили бы вы тут, если бы не победил Советский Союз. Знаете, что такое ленд-лиз? США существует, а Советского Союза нет. Это нашлось в интернете. Россия выплатила деньги за этот ленд-лиз. Советский Союз развалился. А это флаг несуществующего государства. Победа была под этим флагом. Победа была. А победе предшествовал голодомор в Казахстане, политические репрессии. А День Победы, так называемый, он используется для оправдания. Смотрите, вы один тут такой будете. Весь народ празднует победу. Я знаю, все. Сегодня мы хотя бы эту хуйню не занимал. Вы из России? Нет, я с Алматы. Я казах? Гражданин Казахстана? Я могу. Я чеченец в Казахстане, еще это тоже моя родина. Ваш народ. Но если ты казах, хули ты с хохлядской раскраской ходишь, блядь. Потому что чем, ваша... блядь, сука, народа бы не было, сейчас сломал нахуй. Я тебе отвечаю. Блядь, давай так сделаем, смотри, я еще у тебя номер запишу. Вечером чисто один на один встретимся, если ты мужчина. Ты вот в этом придешь? Ну и все, тогда ты вас депортировали 43 года. Это позавчера, Казахстан, День Победы. Я уже рассказывал, что в первый класс я пошел как раз именно в Казахстане. Моего отца, журналисты «Комсомольской правды», отправили в командировку с обкором в Казахстан. И я помню, что там было очень много чеченцев. Это, ну, почти все это те, кого Сталин отправил в принудительную эвакуацию во время войны. И они вот были именно такими. Просто вот чеченец, вот и есть чеченец всегда. Красава. Еще одно видео, тоже 9 мая, Казахстан. И вот здесь, честно говоря, я так и не понял, на казах полицейские просто выполнял инструкцию или повелся на советскую символику. Пару раз пересмотрел, ответа нет. Вот, вот это стекла. Боковые стекла, это мой дед, который за тебя воевал. Ваня. Где этот одинок? Ты что? Где прозрачность? Прозрачность. А ты не провоцируй тоже. Своим взглядом не провоцируй. Ты посмотри на свое поведение. Чтобы ты министр с тобой вытишься на него. Ты вытишься на него, как министр. Вот стоит по-человечески разговариваешь, а ты как был, отвыкнешься, как будто ты вага-герой. Да что ты? Что ты из себя ставишься? Вот человеком. Мы своего сотрудника. Вот человечески разговариваешь. Он может разговаривать.